цыган, словись на колено, цыганочка вокруг тебя. И цыган свой рад. Без почетного гостя, настоящего объявления. Итак, Михаил Потапыч, Коломенский, последний. Поклонись, Камишка, гостям налево, поклонись направо, голову держу, поклонись по центру, ну и просто гипотетически поклонись куда-нибудь, кому-нибудь, кому ты хочешь поклониться, а ну просто, ну вот, ну ты там сейчас просто забуди. Ты к нам собирался, да, на праздник же, да? Собирался? Собирался. С утра как просыпался, потягивался. Вау! Так вот, да? Да, ну потянись. Вот так, аплодисменты. Ты как проснулся, лапки помыл же, да? Ты же умываешься, у тебя же как у людей, да? Так, вот помыл лапки, носик помыл, глазки помыл. Чуть подальше встань на, чтобы ты выцелился. Ушки взял. Хорошо. А потом, зубки почистил. Вы же зубки чистили, друзья? Зубки, как ты зубки чистил? Ой, зубки почистил как. Ну и все, и сел завтракать. Каши положил, да? Ну как ты кашку ешь? Пшённая, нормально? Пшённая, да? Ну вот он сел килограмм 8 с кашкой, значит, с метком, да? Метку. Давайте метку подвигу. Ах, метку. Ешь, метку. Давай, вот, метку поел. Вот. Ну и все. Вот так вот, понаелся, так вот. Ням-ням! Скажу, ням-ням. А потом взял балалайку, инструмент народный русский, и стал играть народную плясовую, веселую, масленичную. Музыка. Вот так,